В эту субботу клинчан приглашают навести порядок после зимы. Массовая акция по уборке пройдет по всему району. Сельских жителей приглашают на воинские захоронения. У городских три места сбора. В 9:30 у авто 49 в Майданово, в 10:00 у входа в Сестрорецкий парк. Также после 10 утра можно обратиться в свое РЭО, чтобы узнать фронт работы. Мусорные пакеты и грабли будут обеспечены всем.